Итак, приветствуем вас на нашем канале Адольф Юрьев, и наша команда приветствует вас. Ну что, ребята, как говорится, здравствуйте, Карпаты. Вот наконец-то мы фактически выехали в Карпаты, фактически, то есть группа собрана, то есть занимаемся резьбой по дереву, как ранее озвучивалось. Предоставляем положение вещей именно совместно с компанией Стры, то есть развиваемся, растем. Сейчас на данном этапе ознакомим вас фактически как бы частично с теми положениями, что предоставляется, как предоставляется, в каком ракурсе. То есть уроки, само собой, которые однозначно проходят, то есть дальше вы просмотрите положение. В какой формации, в каком формуляре и прочее. Знаете, что перед нами виднеется, как вы видите. То есть нас окружают такие прекрасные деревья, сама атмосфера очень великолепная. Также, соответственно, предоставляется, как вы видите, по боковым положениям именно беседки с мангалами, которые тоже с нами взаимодействуют. А именно, это, ребята, шашлычок. Точно так же рассматривается положение именно предоставления того же обучения фактически с детьми. Именно с детьми. То есть родители могут брать свободных детей. Для этого предусматриваются вот такие, как говорится, ну это не аттракционы, но примерно да. Площадочка, горочки, качельки. А вот, оператор, подойдите, смотрите, какой пейзаж, вообще великолепный. Смотрите, с гор фактически именно идет. Да, такая речка уходит, вообще потрясающая картина. С номера, кстати, когда открываешь, смотришь, я вам скажу, очень... Открыл окно, свежий воздух, деревья, ну, потрясающе. Идемте дальше. Сейчас мы ознакомим. Значит, смотрите, получается, когда по Карпатам так или иначе собирается группа, что мы делаем? Мы, значит, не то, что каждый добирается там сам и прочее. То есть эти моменты урегулированы. Группы, когда собирается, мы фактически помещаем нашу группу. Это в транспорт, соответственно, именно во Львове происходят сборы. Соответственно, всей группой мы добираемся сюда именно. То есть вот здесь вот так мы поднимаемся. Значит, ввиду того, что программа поставлена на фактически как бы круглый год, значит, в летнем положении я сейчас покажу, где мы занимаемся. Значит, более холода, когда будет зимний период. Это, соответственно, у нас вот этот домик предоставлен под резьбу по дереву. Идемте дальше, посмотрим, что у нас здесь вообще. Вот наши ребята, которые занимаются уже. Ну, как занимаются, они отдыхают в данном случае. Кстати, что? Смотрите, что он делает. Смотрите, он именно намеренно залазит в бассейн. Да, вот такое вот, кстати, это предоставляется. Ой-ой-ой, смотрите, моржом как пошел. Не, ну сильно. Допился. Не, класс, класс. Ага. Ну вот наши ребята тоже здесь не помогут, пока не развиваются. Развиваются. Значит, по летнему положению, где у нас фактически занимается. Вот ребята балдеют. Вот нас именно с выставки. Ростислав, Ростик, учащийся Яновского учебного заведения. Мы именно к себе его забрали. Вот здесь фактически то есть предоставлена вот такая вот веранда, последнее положение. То есть ставятся столы, свежий воздух. Но я вам скажу, вот именно по свежему воздуху, ну вообще как бы уникально, ну классно. Так именно, ну класс, серьезно, вот состояние именно, проснулся, открыл окно, ну класс, вообще. Без комментариев. Для людей, которые, допустим, живут именно в цивилизации, да, где все компьютерное и прочее, вот это все, это как своеобразное благо. Идемте посмотрим внутреннее состояние, чтобы, как говорится, более расширенно все это показать в реальном положении. Я знаю, здесь предоставляется такое положение. Соответственно, вот еще дом. Так, это мы, получается, заходим в жилые помещения. Значит, как вы все видите, получается, все предоставлено с дерева. Значит, вот здесь у нас есть положение, это уже фактически как бы под холода и прочее. Это предоставлена кухня, где можно, получается, по большому счету кушать. Это наши курки. В принципе, все аккуратно, все допустимо, все доступно. Дальше идет небольшая кухня. Само собой, то, что питание получается, по большому счету, то есть входит. Именно в то, что мы предлагаем, трехдневное, именно трехдневное, трехразовое. Так что, в принципе, вот так вот нормально. Трехразовое питание, проживание, ребята, резьба по дереву и прочее. Так, примерный вариант, значит, идемте. Значит, вот здесь у нас идут комнаты.
Так, где-то у нас здесь. Значит, вот это есть общее положение. Именно здесь у нас находится санузел. Ну, культурно, аккуратно видно, хозяева смотрят. Здесь у нас... здесь, пожалуйста, умывальник у нас находится. Ну, это получается общего порядка. Соответственно, здесь определенная легкая душевая. Это, в принципе, мы показываем, ребята, для того, чтобы вы понимали вообще, куда вы едете, с чем вы будете сталкиваться. Дальше здесь выключаем. Идем. У нас есть комнаты вот такого формата предоставлены. Все в дереве, кстати, без никакого лака. В принципе, кровати, телевизор, шкафчик. Точно так же в номере, соответственно, то есть предусматривается положение. То есть получается душевая, это туалет, это умывальник. Ну, как говорится, в рамках, в принципе, больше, чем приемлемости. То есть все доступно. То есть в целом. Но мне, честно признаться, мне в особенности, как бы, ну, по душе и по духу, это то, что получается вот все сделано, да. В варианте, конечно, без сомнения, то есть вагонки, именно без лака, без морилок, но вообще классно. Идемте дальше. Также получается, здесь у нас второй этаж. На втором этаже лестница, тоже все с дерева. Да, вот это значит, все получается, тут тоже комната. Именно. Произвольно зашли. Да, вот смотрите, насколько краевид. Именно. Классно. Утром просыпаешься, вообще открываешь, я вам скажу, то есть незабываемое положение. Что тут есть еще? Закроем. Значит, на втором этаже, соответственно, тоже предусмотрено положение. Тоже санузел. Соответственно, умывальник. Вот так вот аккуратненько. Здесь тоже получается у нас. Здесь сейчас есть ремонтный момент, сняли дверь. Здесь получается тоже душевая. Здесь сняли дверь, сейчас здесь ремонтируют. Ну, в принципе, ребята, что сказать. Ну, в целом классно. Что-то лукавить. Если плохо, значит плохо. Если нормально, значит нормально. Не пятизвездочный отель. Но я вам скажу главные моменты, что в принципе трехразовое питание полный. Не принцип мастер-класса, а именно обучение именно для начинающих людей. Именно направление, подчеркиваю, конкретно это геометрия, то есть расширенного профиля, широкого спектра. Именно в рамках того, что конкретно умею я, то фактически я именно делюсь именно этим опытом. Именно таким образом. Идемте вниз. Ну, класс. Как говорится, слава богу, что получается с нашими партнерами компании стоит. То есть фактически, слава богу, что пришли к общему знаменателю, как говорится, расширили программу. Слава богу, что, как говорится, для людей начинающих, я вам скажу, ну это в идеале. Ага, теннис есть точно так же. А вон, пожалуйста. Именно как дельфины плавают. Два тюленя. Ну классно, ребята, классно. Что тут говорить. Так что, ребята, примерно вот таким образом, как говорится, обзор мы сделали. Считаю, что положение является доступным. Можно, пожалуйста, да, прилечь себе. Смотрите, да, рисуй в картину. Вообще, ну реально. Прилег себе, одел очки. Класс. Кстати, хочу именно обратить внимание, вот реально, когда находишься, вот реально слышно шум этой проточной, получается, речки, которая с гор, получается, спускается и идет. Еще что именно очень нравится, что получается, мы как бы отдалены, получается, именно правильно прописано и написано именно цивилизации, именно. Дорога находится далеко, ну вообще именно, ух. Ну что тут сказать, все просто-напросто замечательно, все просто-напросто классно. Все, с наилучшими пожеланиями, Адольф Юрьев и наша команда. Ребята, смотрите, значит, просматривайте информацию на официальных сайтах компании «Стрый».
Хочу обратить точно так же главное, особенное внимание, выделяя, подчеркиваю, моя страна Украина, люди с РФ, люди с Европы и прочее. Мы собираем и набираем группы на проведение, как говорится, уроков обучения, соответственно, вот такой вот комплекс предоставления широкого спектра. Дальше. Люди, которые являются с европейских стран, которые не владеют нашим языком, с нашей стороны, в однозначном порядке, когда собираются группы, мы предоставляем именно переводчика. То есть никаких проблем в этих моментах непонимания, неразбирания языкового характера, проблем не будет возникать. Так что, ребята, именно ребята со всего мира, подписывайтесь к нам на канал, ставьте лайки, записывайтесь в группу. То есть следующий у нас набор уже происходит на следующий месяц. Так что подписывайтесь, пишите комментарии с наилучшими пожеланиями Адольф Юрьев и нашей команды. Хранит вас всех Бог. Смотрите, дальше будет очень интересно. Сейчас идет массовая программа, именно резьба по дереву, нарды. Там в процессе сейчас именно оформление будет дверей, оформление столов. Также не забывайте, в сентябре месяце мы готовимся именно это на Киевскую выставку. Также у нас сейчас пригласили, мы рассматриваем варианты. Это в Штаты на выставку. Ну, ребята, все будет именно насыщено. Вот такие вот реальности. Все, всем пока-пока.